Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Cushion in the Vape. Сегодня у меня на обзоре будет очередная линеечка жидкости от компании Nesty Juice. Да, они мне прислали 2-килограммовую посылку, поэтому у меня чисто марафон будет по только Nesty Juice, потому что все это дело нужно отснять и вам поведать о нем. И сегодня будет у нас на обзоре Tobacco Series. Очередная пиздатая презентация от компании Nesty Juice. Малазийцы, как всегда, умеют удивлять. И жидкость, в линейке у нас 3 жидкости. И жидкость приходит вот в таких вот алюминиевых коробочках в форме слитка. Давайте я возьму слиток Gold. Короче, у нас есть все по названиям. Есть Gold, Silver и Bronze. Ну, Gold чисто под слиток будет самое то подходить. Короче, так выглядит сам слиток. Здесь у нас написано Nesty, здесь Gold Blend, да, есть, короче, этот, типа, штрих-код. И здесь у нас, короче, кусочек штрих-кода и тоже написано Tobacco Series. Здесь вся необходимая нам информация. И, соответственно, логотип Nesty Juice. Когда мы открываем коробочку, у нас написано Thank Dude. Спасибо, чувак. Находится сама линеечка, сама жидкость. Как вы видите, у нас баночка уже потерлась. Я ее затер до дыр, потому что вкус очень классный. И самое, что прикольное, мне больше всего нравится, есть вот такая вот такой конвертик. Написано Tobacco Series. И открываете, там, в общем, вся необходимая информация по самой линейке жидкости, по вкусу. И самое, что здесь крутое есть, то есть подлинность оригинальности. Здесь есть ключ-код и есть подпись чувака, который всем этим заведует. Founder of Nesty Juice. God bless you. Короче, все как надо написано. И это в каждой упаковке, в каждой баночке. Поэтому это прям реально четко. Короче, ребят, давайте я буду пробовать по порядку то, что мне зашло, так как в линейке 3 вкуса. И первый вкус у меня Silver. Можете обратить внимание на бутылочку, которой вообще практически нет. Точнее, она есть, но на ней ни одной буквы, ничего, просто черная банка. Вот что-то где-то видно, просматривается вот с этой стороны. То есть банка полностью черная, я ее затер практически до дыр, поэтому вот так вот вышел такой вот пиздатый вкус. Давайте его попробуем. В линейке, напомню, у нас только 3 табачных микса, и эта бачка годная. The mafia, shadow my click, we know nobody stopping. The sunroof is open, we screaming like Cosa, your team in my... А этот микс Silver мне нравится больше тем, то что здесь в меру сладости, в меру табачка и в меру вот этих кремов. То есть отлично, хорошо сбалансированный вкус. В том плане, то что табака здесь мало. Он не пепельный. Он, это какая-то сигарная, может быть, трубка. Она прям вообще кайфовая, качественная. Табак чувствуется только на заднем фоне. На переднем фоне здесь сладость. И в совокупности получается, в принципе, отлично. И давайте попробуем второй микс из этой линейки. Называется он Gold. Банку я также практически затер, микс отменный, зачетный, здесь хотя бы надписи какие-то небольшие остались, вы видите, золотого цвета, но флакон тоже практически черный, поэтому... Жидкость на самом деле кайфовая, я, когда мне прислал ее мой друг малазиец, которого, кстати, тоже ссылочки на него я оставлю в описании под этим роликом, и... Я не думал, что мне табачка так зайдет, я скептически к ней относился, она у меня лежала просто на полке. Ко мне пришел кореш и такой: давай попробуем табачечку, она вроде сладенькая, давай. Зарядили сначала один, потом второй, третий мы не стали пробовать, потому что табачка уже надоела. Но Gold мне тоже очень сильно нравится, это отменная табачка, она более душистая. Здесь такие пряные какие-то, как будто травы, табак, все это прикольно играет. И плюс он еще сладче, чем Silver. Короче, отменный вкус, но он у меня будет на втором месте, потому что где-то что-то здесь вылазит. Но табак здесь кайфовый. Сладкий, душистый, ароматный табак с какой-то, допустим, ванилью. Короче, микс пиздатый. Пиздатая табачка, душистая, бархатистая, бла-бла-бла. Короче, все пиздатенько, все отлично сбалансировано. Те, кто любит, когда побольше табака, Gold Mix, это по-любому зайдет. Следующий и последний же микс из линейки называется он Bronze. Бронза у меня в отличном состоянии. Полностью нулевой микс. Он полностью целый, потому что бронза мне не зашла. Здесь, как по мне, табачки вообще практически нет. Здесь присутствуют какие-то фрукты. Что-то десертного здесь мало. Здесь присутствуют фрукты и немножечко табачки. Вот прям минимум, минимум, минимум. Кстати, все миксы на обзоре у меня троечки. Никотин здесь просто отличный. Все как надо. Все в лучших традициях. Давайте попробуем. Я еще раз выскажу свое мнение о этом миксе, а именно о бронзе. Не нравится мне этот микс, здесь
очень мало табака. Линейка жидкости себя позиционирует как чисто табачная линейка жидкости. Так и написано. Табака Сириас, то есть только табачка. И здесь мало табака. На вдохе он вроде бы есть, но потом на послевкусе он пропадает. И такое ощущение, как будто здесь фрукты. Какие фрукты, я понятия не имею. Просто какие-то такие еле смазанные фрукты и такие легкие нотки такого чуть-чуть сладенького табака. Бронза у меня на последнем месте, на втором голд, на первом сильвер. Такая вот линейка жидкости, очень вкусная, по-любому ценится любителям табачки и десертными любителями, потому что я люблю десертку, и только ради того я попробовал эту линейку жидкости только из десертов. И в коллаборации с табаком мне это зашло прям просто на ура. Поэтому обязательно попробуйте, если вы не пробовали. Ссылки на ребят, как обычно, я оставлю в описании под этим роликом. Nasty Juice, молодцы, все как надо делают, красавчики капитальные. Лайкос, дизлайкос, подписка на мой канал, все знаете, все как надо, комментарии, пишите, пробовали ли вы, либо напишите вашу любимую табачку в комментариях, мне будет интересно почитать, потому что табачные жидкости мне заходят на солевухи, прям очень качественно, очень классно. Скоро будет такой небольшой анонсик, у меня очень много солевухи, и там есть очень классная табачка, которая мне прям понравилась, кстати, от русских производителей, которые мне дали жидкость на Vape Expo. Вот так вот, поэтому всем спасибо, увидимся.